В сети засветилось фото, которое свидетельствует о том, что вооруженные силы Украины уже используют радары от израильской компании DRS Rada Technologies. Эти системы были закуплены для Украины литовской волонтерской организацией Blue Yellow в рамках компании «Радаром». Фото радара опубликовал в своем аккаунте в Twitter израильский волонтер Натан Флайер, который также участвовал в закупке этих систем. Передача этих радаров свидетельствует о том, что Израиль официально дал согласие на закупку этих систем для ВСУ. Это впервые, когда эти радары замечены в Украине. В то же время несколько дней назад, а именно в четверг, 4 апреля, в организации Blue Yellow сообщили о том, что ВСУ получили первые 3 радара, и они уже работают. Всего же Украина получит 16 таких радаров, из которых 4 в мобильной, и еще 12 в стационарных версиях. Многоцелевой радар Hemispheric AIMHR — это тактическая РЛС, предназначенная для обнаружения различных целей, с определением их положения и высоты, от небольших беспилотников до минометов, самолетов и ракет. Например, разработчик декларирует, что нано-БПЛА он может обнаруживать на расстоянии 10 километров, средние дроны и вертолеты на расстоянии 45, истребители — 65, тяжелые транспортные самолеты — 100 километров. По минометам и ракетам дальность обнаружения следующая. Легкие и средние минометы или ракеты малой дальности — до 10 километров, тяжелые минометы — 12 километров, другие ракеты — 14 километров. Человека этот радар увидит на расстоянии в 20 километров. Транспортные средства и средние машины — 45, большие машины — 80 километров.